Приветствую уважаемых зрителей, снимаю репортаж ко дню рождения тбилисского метро и нахожусь у станции Котерица. Раньше называлась станция Электродепо, и действительно здесь вокруг железнодорожные объекты, железнодорожная инфраструктура и вот старое депо, вот вы видите, чмухи стоят, герои второго выпуска нашего прекрасного журнала «Наши поезда». Так что, как только второй номер доберется до Тбилиси, я непременно его приведу сюда, в гости, к настоящим тепловозам, чтобы они познакомились, освоились, и настоящие тепловозы научили бы работать модель на Тбилисской железной дороге. Вот сотрудники депо, сейчас завершается уже рабочий день, это одно из таких старейших депо в Тбилиси, а вот там вот вы видите уже поезд, железная дорога, вот сейчас, вот двухэтажный наш поезд Стадлер, ну а совсем недалеко вот там старые вагоны, которые стоят на запасных путях. Так что герои выпусков журнала «Модимио» можно найти, естественно, в Тбилиси, так как Закавказская железная дорога была неотъемлемой частью большой железнодорожной такой корпорации Советского Союза, огромнейшей компании. Вот эта инфраструктура до сих пор вызывает большое внимание и интерес у любителей железной дороги. Все кадры, которые мы снимаем, выкладываем на страничке, они вызывают большой, конечно же, интерес. И наши зрители, подписчики всегда просят, чтобы таких кадров было бы как много больше, как можно больше. Потому что все это очень живо, очень интересно и очень познавательно. Потому что сейчас мы живем в разных странах, но когда-то нас объединяла одна большая железная дорога, а сейчас объединяет уже новая серия журналов «Наши поезда», которая уже завоевала большую любовь среди коллекционеров, среди моделистов, среди людей, которые увлекаются железнодорожным транспортом. Так что ждем с нетерпением следующие номера и интересные рассказы о поездах, о паровозах, о других видах железнодорожного транспорта. Было бы интересно видеть в коллекции еще и вагоны, дорогие друзья. Вот так у нас в Тбилиси сейчас идет снег и такая интересная картина, романтика железной дороги.